билетик стоит всего 5 песо. Это одна поездка. Вот прайс. Вот мы видим. Песо. Это очень дешево. Оп. Прокручивать, прокручивать. Вот, отлично. Переходы, конечно, между станциями очень большие. Не знаю, наверное, до километра доходят. Ну, в переходах много попрошаек, музыкантов, продавцов. То есть это такое... Вот мы видим метро «Стена знаменитостей». Можно видеть Элвиса Пресли, Курта Кобейна, Дженнис Джоплин, Дэвид Боуи, Марли Джексон. Друзья, мы вышли из метро. Айнура, как вам метро Мехико? Быстро, быстро, да, добрались? Мы где-то ехали, ну, полчаса в среднем, но мы добрались в другой конец Мехико-Сити. Поэтому вот, рекомендую использовать метро. Нет пробок, очень быстро и, самое главное, очень дешево. Всего 5 песо и можно кататься куда угодно. Где-то мы сейчас находимся возле зоопарка, крупнейшего зоопарка в городе Мехико-Сити. Вот этот зоопарк считается самым большим во всей Латинской Америке. Здесь более 2000 животных. Также есть редчайшие черные носороги, 5 панд – это гордость зоопарка, гордость Мексики. И какие-то редкие собаки. Вот. Вход сюда бесплатный. Вот здесь просто огромная территория, огромный парк. Вот. И мы сейчас будем ходить, смотреть все. И показывать вам. Ну что, пойдемте. Получается, то есть из одного конца Мехико в другой будет стоить примерно где-то около 90 песо. То есть это очень дешево. Если, допустим, желтые такси, они берут где-то 200-250 песо там за то, чтобы проехать пару кварталов. А здесь почти целый город проезжаем за такую цену. Так что пользуйтесь Uber. Национальный праздник.